Лера, идем, расскажи, идем, пожалуйста, идем. Как вы ходите, девушки с такими длинными волосами? Мне очень... Я потерпела волосокрушение. Вера, ты знаешь, мне приснился тоже сон, что у меня на голове выросли женские волосы. И они были такие длинные, такие шелковистые. Я, они как змейка. Я немножко крейзанул напоследок. И в путь. Пу! Летим. Сколько же я набрал, друзья? 95. Так, ого, какие костюмы. Ничего себе, стыдобата какая. Так, проходим. Ай-яй-яй-яй-яй, волосики. Зачем они мне такие длинные? Оу, это радужная была недолго. О, а что это у меня трусы поверх штанов? Это что, мода такая? Прикольно, мне нравится. И волосы, как это я с ума сошел, сейчас подождите. Ребята, у меня... Были длинные волосы. И что со мной случилось потом? Это вот ты пошел купаться. И вдруг забыл нанести на них кондиционер. А! И все волосы ушли. Куда ушли? За кондиционером в магазин? А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Папа, ты что, девчонка? Да, ребята, посмотрите, какие у меня волосы. Что? Правда, не идет? Нет. Ребята, всем привет, на нашем канале Валишка Плей. Ребята, мы так здесь должны наращивать с вами. Ого, какие у меня розовые. А я ими не цепляюсь ни за что, интересно. Цепляешься. А, я, кстати, тут могу ускоряться. И моя задача здесь, друзья, нарастить самые длинные волосы. Которые либо самую крутую прическу, которую сейчас будут все подрезать. Ай-яй-яй-яй-яй. У меня совсем чуть-чуть осталось, Лера, ты видела? Нет. Я добрался до подиума, и что, вниз прыгаю? Я красотка. Я вниз прыгаю? Вниз, показалось. Ребята, у меня 25. Какой-то огрызочек. Я, короче, пока нубик. Поехали, друзья. Ай-яй-яй-яй, пробираемся дальше. Ой, качелька. Я Рапунцель. Круто. Вы видели, какие качельки? Ты Рапунцель. Я собираю по дороге по реке. Да. А лезвия меня, получается, могут обрезать. А, они ноги не трогают. Блин, ну волосы я все потеряла где-то. Ребята, я самая прикольная девчулька. Так, ой-ой-ой, ноги. Берегите ноги. Какую бы взять, шоколадку возьму. Все, отлично, друзья. Это итак, мой цвет волос. Кия вниз, мне тут хлопают. И мои волосы спускаются. Так мало. А почему так мало? Всего лишь 15. Друзья, какая я после этого девчонка? Так. Какая? Абсолютно никакая. Чтобы попу не подрезали, подожди. Ай! А что это я приморозилась? Так, идем. Лера, идем, расскажи, идем. Пожалуйста, как вы ходите, девушки, с такими длинными волосами? Мне очень... Я потерпела волосокрушение. Я не успела. Господи! Я тебе рассказать не успела, ты уже упал. Лера, рассказывай, я постараюсь не падать. Начинай. Ё-моё, ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас. Так, проходим. Итак, успокойся. Лера, как вы ходите с такими длинными волосами? Мы можешь ходим начинать? С такими длинными волосами. Как ходите? Левой ногой, потом правой ногой, да? Лера, я был с такими длиннючими, и они все у меня срезались. Жесть, а не игра. Вообще тут все нервы потерять можно. Хорошо, что хоть ноги не обрезают. Так, все, я проскользнул мимо всех конфеток. Отлично. Вот это я крутая девчонка. Кия! Ого! 35. Уже 35! И у меня синие волосы. У кого, друзья, были синие волосы из персонажей мультиков? Кто знает, я не помню, например. Помню, у Ариэль были красные, да? Ого, смотри, какая у меня шапка модная. Так, Кия, друзья, мы здесь с вами еще посмотрим разные скины, которые здесь есть. Смотри, какие у тебя волосы были. Красивые были волосы. А почему я... я могу останавливаться, Лера. Ё-моё, так это ж все меняет. Так, проходим. Ай-яй-яй-яй-яй, волосики. Зачем они мне такие длинные? Сейчас смотри, подождите. Так, у лифт, нас такая шапочка. Лифт спустился, лифт поднялся. Ребята, здесь можно, оказывается, хитрить. Если не хочешь обрезать, чтобы волосы, нужно успевать остановиться перед гильотиной. И перед вот этими ездилками, которыми, блин, нервы мне только портят. Шоколадочку берем. Кто тут кучей поналожил у нас на трассе? Я хочу вот эту. Какую? Вот эту? Вот, я, ну, ты поздно показала, я ничего не понял. Есть! Итак, сбрасываемся с крыши. У-ху! 90! Лера! Ребята, левел 6, 90 баллов! Правда, я крутая девчонка? Ого! У меня теперь новые штаны, штанти. Так, берем, и волосы у меня зеленые. Покрасили. Кто у меня? Корона. У меня качеля, смотри! Игорь! И корона!
Ребята, я облетаю препятствия на супер-мега-качельке, и моя длинная прическа следует за мной. Куда хочешь? В небо полетать на качельке? А в яму не хочешь упасть? Я тоже. Воу! Это радужная была недолго. Так, ребята, проходим. Ай-яй-яй-яй, шоколадку. Ребята, радужный, напишите. Ну, я взял специально для тебя, ты же просила. Ты ребята, напишите в комментариях, я нуб, я про или я читер, или я вообще никто, или я так вот погулять вышел. Или я девочка с волосами на 90 этих. Или ты так вот погулять вышел. Я не знаю, как она с такими волосами на трамвае ездит. Она же будет цепляться за колеса и за все встречные машины. Ребята, смотрите, у меня уши, как у зайки. Не знаю, поможет ли это мне. Лера, у тебя есть такие уши? О, круто. Так, я взял. Ребята! Ой, какие. Жесть, тут разрыв сердца можно получить с этими обрывами крыши. Какие красивые. Кто, волосы или уши? Постоим, подождем. Лифт отправляется. Так, обходим. Обходим. Все, ребята, ух ты, я научился. Лера, ты видела, как у меня здорово получается? Розовенькую, она была ненадолго радужная. Ай! Все, ребята, я леди-кошка, или я леди-кроля, непонятно кто. Вообще, воу! Так, и длина волос у меня 80. 80. Да. Отлично. Так, друзья, Лера, расскажи нам какую-нибудь историю про волосы. Ого, итак, смотри, какие у меня висюльки на голове. Были, жили однажды волосы на голове у тебя. Ого, много было их, скажи, пожалуйста. Не очень. Вера, ты знаешь, мне приснился тоже сон, что у меня на голове выросли женские волосы. И они были такие длинные, такие шелковистые. И я их мыл специальными шампуньками, обрабатывал кондиционером. Представляешь, приснится же такое. Я был самой красивой девчонкой в своем классе. Как ты думаешь, бывают вещи и сны? А я шоколадки берем, нет. Золотые штучки берем. И смотри, так. В конце, а что там, обрыв? Я не хочу умирать! А, нет, там еще карта. Итак, слушай мой анекдот. Давай, смотри, как у меня волосы красиво по лестничке. Буль-буль-буль-буль-буль, как змейки. Воу, как я умею, видела? Давай, рассказывай уже. Да мы уже пришли. Все, нам уже все хлопают. Смешной анекдот Лера не рассказала, наверное. Так, друзья, и нам дали с вами 8.90. А у меня, смотри, у меня волосы из трех запчастей состоят. За левым ухом, за правым ухом и по центру на затылке. Ой. Так, а что у меня? А что у меня за штаны? Это колокольчики? Ого, ничего себе. Так. Вау, радужные. Крутяцкие очень. Ребята, поддержите нас лайком. Не дайте мне потерять свою моднячую прическу. Качелька. Иха. Качелька. Так, а ты расскажешь нам анекдот или так, что? Так, итак, анекдот. Давай. Однажды у тебя... были длинные волосы. И что? С мной случилось потом? И тут ты пошел купаться. И вдруг забыл нанести на них кондиционер. И все волосы ушли. Куда ушли? За кондиционером в магазин? Ребята, круто! Главное, когда наносите на волосы на свои кондиционер, не перепутать с тем кондиционером, который охлаждает помещение. Так, все, я, смотрите, какая Рапунцель. Кия! Мадама. Сделала мадама волшебный трюк финт ушами и прыгнула с крыши. Но зацепилась, к счастью, волосами за цифру 90 и упала невысоко. Так, то есть не низко. Это точно. Отлично. Мы можем здесь с вами... Сколько у нас уже бриллиантов? 185. Итак, было? О. Так, погнали. О, а что это у меня трусы поверх штанов? Это что, мода такая? Прикольно, мне нравится. И волосы, как это я с ума сошел, сейчас подождите. Ребята, у меня иногда уезжает кукуха, потому что нужно очень быстро собирать штучки. И я начинаю метаться, как этот кролик в клетке. С трусами поверх штанов. Проходим, ух, тлезы и понаставили, можно все волосы потерять. Посмотрите, ребята, вы смотрите, волосы за мной движутся, и они не обрезаются, друзья, они как змейка. Я немножко крейзанул напоследок, и в путь, летим. Сколько же я набрал, друзья? 95, самая длинная прядка была 95, но почему-то зеленая, наверное, я в нее сморкалась по дороге. Так, опять штаны поверх трусов, трусы поверх штанов. Я это нечаянно сошел с ума, да. Ребята, тут только так и получается зарабатывать. Так, я интересно, сегодня до сотни доберусь? Ай! Не лифт, думаю. Уезжай. Так, надо подождать. Тут мы проходим. Быстро, 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 сейчас обрежется все. Все, что нажито непосильными парикмахерскими, сейчас все обрежется. Ребята, хорошо, что у меня хоть ногтей нету, которые бы цеплялись со все стороны. Ага, так, проходим, подождем. Игорь, проходим. Ты опять какой-то... Да. Я же крутой читер, у которого уехала кукуха. Так, берем... Тебе не стать читером, если у тебя уехала кукуха.
Почему очень даже стать? Смотри, опа! Круто! Правда, я классный. Ну что, на сотню докину? Давайте, друзья! У-у-у! На сколько? 95! Да что ж такое? Когда же будет сотня? Ребята, получится ли у меня сегодня? Такая, поддержите нас, да. Валеришка! Я очень крутая девчулька! Итак. Так, опять трусы поверх штанов зачем-то и каблуки. Но каблуки не растут. Качеля! Ребята, обожаю летать на качели. Качельки. Она такая красивая. И создается впечатление, радуга, что ты сейчас грохнешься. Да. Это радуга. А там желтенькие. Сейчас я стану блондинкой. Ребята, у кого какой цвет волос, напишите нам в комментариях. У меня, например, блондинка. Конечно. Белый. Как он? Желтый. Короче, какие у блондинки волосы, не знаю. Белые. Бело-желто-белые, да. Все, и радужные иногда бывают. Все, я уже не блондинка, воу! Извините. Воу, четверной лифт. Ничего себе, он мы меня хотел увезти вообще в страну невыученных уроков. У-ху-ху, крайзанули напоследок. И синими волосами русалки спускаемся с небоскребика. Сотня будет 90! Я так и не добралась до сотни. Лера, как жить дальше? Не знаю. Друзья, так, смотрите, что у нас здесь есть. Костюмчики вот такие вот, мы вам их показали все. Так, ого, какие костюмы. Ничего себе, стыдобата какая. Так, эти мы уши Ви брали, бантики брали. И такие цвет волос мы тоже почти все с вами брали. Вроде, друзья, все сделали. Поддержите лайком эту серию. Смотрите все видео на наших каналах. Валеришка Максим Play Games. Ссылочки в описании, не пропустите. Ведь мы все, друзья, стараемся только для вас. Потому что вы у нас самые лучшие. Мы вас, друзья, очень-очень любим. Всем пока-пока. Правда, я классная девчонка.